прямо. Я не святой мама, не папа римский. Уж точно не тибетский лама. 6 лет упрямо гонял за роялями гаммы. Скажу прямо, это помогло. И Басти, и Нагана. У меня нет иллюзий наших шансов. Мне стрельнуло так, как у других, и не взрывается по всем законам жанра. Мне не должно было повезти, ведь по статистике выживает 3 из 10. Один не смог выбраться живым из резни, другой умер на съемной хате в грязи, третий вышел за сигаретами в магазин и как был в тапках, пропал без вести. Братья сливаются вниз, не вывозя возни, казня себя за то, что их с этим миром разнит, оставив на память о себе медали и призы. Уходят, чтобы увидеть Бога вблизи. Алчность и корысть тащит вниз, как низко ты готов опуститься в борьбе за главный приз. Твой дебютный диск толпа встретит на ура. Но какой в этом смысл, если ты шел к этому по головам, а? Я выключаю плеер на посадку. Америка, восточный берег. Знаешь сам, мы не с пустыми руками на самоль. Мы здесь, чтобы поделиться с вами самым-самым. Встретил нас пацанчик на Манхэттене. Салам, Васяня, респект тебе. За треки душу греют. И мне от этих слов стало теплее. И это не купить за деньги, это наши в Америке. Знаешь, сколько здравых парней мечтали попасть на телек. Раньше куплеты по теме, теперь смысл потерян. Раньше верили каждой их теме, теперь подделки. И теперь им далеко даже до своей первой демки. Знаю, я не продал себя, чтобы попасть на телек. И если я в твоем плеере, значит ты мой подельник. Для тех, кто верит в мой рэп, для тех, кто в теме, это больше, чем узло. Это дороже денег. Это дороже денег. Верю, это передастся в генах нашим детям. Верю, что они будут так же верить, как мы верим. Это дороже денег. Здесь слова проверяются на деле. Фейку суждено след. И стать рэпом, правда останется навеки. Я верю, это дороже денег. Верю, это передастся в генах нашим детям. Верю, что они